Сегодня у меня на обжор пельмени Ложкарев из отборной говядины. Вот такие вот замечательные, видите? И вот такой я буду майонез кушать. Называется Махеев майонез провансаль с лимонным соком марки премиум. Да еще плюс ГОСТовский. Вот такая сегодня будет у меня вкусняшка. Я еще сейчас сюда добавлю перца молотого черного. Видите? Вот так вот. Побольше, побольше, побольше. Подавилась, поперхнулась. Давайте майонез добавим еще сюда. Ну вот, я только что открыл майонез, и сейчас я его буду сюда добавлять. Видите, какой? Вот так, видите, как хорошо. А соль я сюда добавлять не стал, потому что я против соли, ясно? А потому что соль и так содержится в пельменях, в мясе и в майонезе тоже. Поэтому я вам тоже не советую соль класть тоже. О, какой запах! От них обалденный. Ой, какие красивые пельмени. Ой, Господи, прости мою душу, Боже. Да чего же вкусно. Да чего же вкусная штучка. Душевный оргазм. Грудной оргазм. Ла-ла-ла. Ой, как же вкусно. Ёшкин кот. Как же вкусно. Ням-ням. Пальчики оближь. Ла-ла-ла.
Ой, как же вкусно. Ёшкин кот. Как же вкусно. Ням-ням. Пальчики оближь. Очень вкусные пельмени вот эти, обалденные. Лошкарёв из отборной говядины. Пальчики оближь. Хейтеры, хейтеры, хейтеры. Вовы, ясно? Потому что вы хейтеры. Вы хейтеры, а я добрый. Обжора, добрый. Я добрый обжора, который всех всегда прощает и никогда ни на кого не обижается.